Чтобы посмотреть на поезда, не обязательно ехать на вокзалы, станции и ждать, пока проедет какой-нибудь состав. Можно просто прийти на ежегодную выставку «Железнодорожная модель» и увидеть уменьшенные копии настоящих поездов. Моделисты специально, зная нашу выставку, готовят к ней свои модельные новинки и своими руками изготавливают модели тепловозов, паровозов, вагонов, специальной путейской техники. Кроме того, у нас проводятся самые разные мероприятия, сборы, семинары для моделистов, конкурсы. Каждый год мы придумываем что-то новое. Из каких материалов делают модели для этой выставки? В свое время у моделистов было не так уж много материалов. И моделизм начинался с таких традиционных вещей, как бумага, картон, дерево, металл. Потом появилась пластмасса. И, конечно, пластмасса, как легко льющийся, плавящийся, обрабатывающийся материал, используется сейчас чаще всего. Это модели наших первых тепловозов и электровозов. Прототипы построены в 20-30-х годах прошлого века. Вы в детстве тоже увлекались железной дорогой? Да, увлекался. Когда появилась железная дорога, тогда еще и ГДРовская, все, что на ней ломалось, надо было ремонтировать самому. Так я узнал, как устроен маленький паровозик, вагончик и так далее. Его надо было смазывать, чистить. Из ремонта, в конце концов, вырастает и строительство. Выставки из разных городов России и из других стран. Чехии, Латвии, Германии и Украины. Этот узкоколейный паровоз ребята привезли из Новомосковска, из Тульской области. Ребята, скажите, пожалуйста, как вы сделали эту модель? Модель узкоколейного тепловоза Ту-10 изготавливалась ровно год. То есть в сентябре 2016 года мы начали ее проектировать. Мы не спали ночами, бывало такое, то, что мы искали детали для них. Вообще, этот оригинальный Ту-10 сделан из материалов от автобуса, то есть с автоматической передачей, манометрой и так далее. Это модель первого советского трактора, который был построен в 23-м году. Как вы собирали эту модель? Все начинается с работы с чертежами. Для начала важно понять, как оригинал, ну и, соответственно, впоследствии модель будет устроена. Потом, конечно же, делались отдельные детали, которые в соответствии с чертежными материалами собирались воедино. Ну а после уже была окраска. Самые маленькие экспонаты – это поезд «Дрезина» и платформы. Это точные копии настоящих поездов, только уменьшенные в 220 раз. Увидели миниатюрные поезда, трамваи, тракторы. Лёва Альбрехт и Слава Кузьмин.